Хотел вас проконсультироваться по такому чисто вот для меня интересному профессиональному моменту. У меня знакомые есть в Фейсбуке. Ну, у вас, кстати, Фейсбук тоже, наверное, кто-то из младших, да, ведет? Не сами? Ну, вы, наверное, я не успеваю. А, то есть вы не видели свой Фейсбук, ну, да? Ну, самому некогда. Если... Да? Здесь, я верю, масса, я верю. Масса кошечек. Где? Вот я. Да, да, вот это вот прям вот написано, что это вы. Да нет, ну похоже, да, что-то вот меня, да, да, да. Но я не читал ни разу. Точно это не самозванцы, это хотя ну, бы как сказать, ну, кто-то, свои люди, честно потому говоря, что прямо от вашего ну, имени. Ну, надеюсь, ничего тут. Нет, здесь, кроме кошечек и собак, в общем. Ну ладно, есть еще какой-нибудь. Ну, кошечек много. Да? Да. Ну, кошка, а что ж, хорошее животное. Вот насчет кошки. Меня знакомые с Фейсбуком просят время от времени здесь, прямо в эфире, пристраивать бездомных котов. Да. Ну, они стерилизованные, такие ухоженные. Вот Швыдкой, кстати, взял в театр мюзикла. Вот они у меня сидят на коленях. Кошки и дико линяют, потому что у них стресс. И я думаю, правильно ли это делать, приносить животных в студию? Вот вы же все время животных таскали. Да. Вот что вы с котами сделали? С одной стороны, вроде мы как находим им хозяина, хозяина найдем или нет, непонятно. А животное стресс-то точно получит. Что вы посоветуете? Как ну, вы знаете, я не уверен, что это обязательно они от стресса линяют. Угу. Известно, что кошки лечат. Был вот поставлен опыт, когда... Сидели люди, один гипотоник, другой гипертоник. Это в BBC фильм был такой, научно-популярный. Они очень ловко делают эти фильмы. Сидят спиной к нам, а сзади них стоят мониторы от их тонометра. У одного повышенное давление, у другого пониженное. Вот они сидят молча, ну, такие пациенты, больницы какой-то. И к ним вносят их, правда, родных их кошечек любимых, понимаете, подносят. Каждый кладет себе на и начинает гладить, понимаете? Мы видим, что у гипертоника к норме опускается давление, а у гипотоника поднимается вот до нормы. Понимаете? Нет, то, что нам-то хорошо, это точно. А вот кошкам-то нормально здесь? Ну, кошки, конечно, если хозяину принесли, конечно. То есть кошка хозяина на хозяина оказывает благоприятное влияние, просто, даже вот с точки зрения выравнивания давления. Это просто удивительно. Но кошки, конечно, есть вообще лечебные вот эти, которые голые кошки, они еще лучше говорят. Хорошо, тогда, когда если у меня будет дискуссия с коллегами, я буду сказать, сам Дроздов Николай Николаевич сказал, что дело это хорошее, и кошки в студии. Ну да, ну только, конечно, с ними надо обращаться так, чтобы они не испытывали стресса, конечно, не пугать их, не все. Вы чувствуете, что вот если кошка, конечно, рвется из рук, а вы ее так держите. Не-не-не, ну, они сидят а спокойно. Если сидят, да, по-моему, это... Они просто часто линяют, так что тут просто надо учиться. Если аллергия от волос, то тут надо воздерживаться. И детей беречь, сейчас аллергиков много. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».